Она все хоть никак тут она. Что ты робишь? Все люди пьют, а ты ноги моешь. Что ты такое? Планочки, как хорошо отпинаешься. Я потому что переобувался и пыль была на это, чтобы чисто было наоборот. Хорошо, хоть сам был, ты меня купил. Стояв, и видео есть в Италии, это мне папа Колин показал. Там женщина, значит, из политики, которая рассказывает о том, что они сделали, что в Италии теперь нету таких, как бы, ну, сказать, бомжей, людей, которые там что-то на улицах там моются, страшно плохо выглядят. И тут на ее фоне показывают женщину, как она это рассказывает. И на фоне показывают мужика, который снял трусы, помылся. И на ее фоне, вот на ее рассказе, что она сделала так, что теперь в стране такого нет. А ты не видел? Как это не показывал? Можете под зрителям это пусть найдут, посмотрят. Зрители находят то, что я в мусорке, в какой мусорке? Стояли коробки запечатанные. И я просто что увидел игрушки елочные. Я подумал, что вдруг... Это там... все ради меня. Нет, можно отыскать что-то для тебя, но действительно, это ничего такого нет. Это не то, что, знаешь, грязи воняло, я зарылся, меня мухи обосрали, я там роюсь, ищу что-то для себя и поесть, понимаешь? А ты кому? Вот для чего дошло. Не знаю, ну так получилось, если бы это кто-то выставил, выкинуть. Тут но они подпишут, нету. Самвел, посмотрите, Самвел питается на помойке. Ну, это поехал в Италию искать елочные игрушки. Это же перекручивание факта. Вы по факту шо? Ты говоришь, что не для себя. В чистых, мне не надо ни монитор Philips, ни те папки, ничего. Я смотрел игрушки именно, чтобы не для тебя. Солист оперного театра Самвел Адамян поехал в Рим для того, чтобы отыскать елочные игрушки на помойках для своего друга, солиста оперного театра Алексея Стрижака. Вот. Ну, получилось так, что это люди просто из магазина переезжали. Ну и все. Ну, конечно, не удобно, что ты это. Если бы ничейно, ну что тут такого? Это ж не на помойку куда-то я поехал там что-то искать. Городскую свалку Рима. А судьи кто, знаете, как это говорится? Не портите мне настроение будет. Я отдыхаю. Я хочу, так отдыхаю. Сейчас мы идем на море. Кстати, сегодня вечером мы идем в оперный театр, в Римскую оперу. Естественно, я пойду не в шортах, что хотя бы мог бы. Не в шортах, а в стрингах. Весь стринг. Я пойду в джинсах, но у меня нет. Мы решили спонтанно сегодня, посмотрели сегодня Травиата. Мы возьмем Колину маму, Коля, Леша, я, четвером пойдем. 25 евро билет. Билеты. Пойдем в оперу, посмотрим. 9 часов начала дают Травиату. Очень интересно будет посмотреть. Сравнить. Ну, сравнивать, я думаю, несравнимое нельзя, но посмотреть и как бы... проанализировать. Собачку попоила с колоночки. Самокрутку накрутила. Видишь, самокрутки курят. Они почти все. А потому что табак курят. Натуральный, они правильно делают, что не но курят не сигарет. Стоит табак. Ну и сигареты стоят. Но табак лучше. Едем на море. Сейчас будем купаться. В итальяно море. Да. Будем купаться. Кстати, вот эта церковь Святого Петра, то мне писали, что ты хотя бы пошел в Ватикане на Святого Петра. Так вот в Ватикане Святого Петра нет, Святого Петра вот здесь церковь. Святого Петра нет в Ватикане. Капица красивая. Есть с солями, есть с руколой и с прошутто, есть руколой и мортадель. А это ну как закрыто, как бутерброд, а вот есть открытое. Есть простая красная маргарита, есть с картошкой, есть просто пицца бьянка. Ну, я, наверное, может быть, тут с прошутто. Видишь, как у них пиццы шпателем разрезали, так аккуратно все же. На виду, не напекают, знаешь, так же. Девочка, кушай. А хотите попробовать вот такие кружные жареные, или не кружные? Бомба, тунец, короче. Да, очень. Это такие тоже не пробовали. С сыром. Ну, может быть, и с тунцом одну я только. Ты будешь, ты с чем будешь? Идешь? А что там, тунец? Есть тунец, есть рис и с красным соусом, есть просто картошечка. Не, я с тунцом, да. Очень вкусная пицца и вот необычное тесто какое-то, ну, как воздушное. Вот смотрите, вот так сделано тесто. Очень вкусная пицца вообще. И легкая вот это вот само тесто, как не тесто, как, я не знаю.
Ну, в общем, пористое такое. Пиво считается, что ну, в магазине супермаркета стоит 2 евро, тут на 50 копеек. 2,50, да. И пекут, он достает пиццу за пиццей уже. Смотрите, пока мы сидели и ели, напекли разные пиццы с перцем, с... Ага, красиво как. Старый поезд такой приехал до моря. Простився тоже. О, начинается. Аккордеон, ламбада, там-тамы. Красивое покрывало нашел я, очень классно, это индейцы делают, это не 8 евро, они такие как покрывало, мне Колина мама высылала с деревом таким, помните? Вот я думаю, что таких 3 взять на розыгрыш надо, очень красивые. Вот они вот такие вот, видите, тут типа луна, солнце, красивые такие, да? Это типа как покрывало? Чем ну да, снимали? Да, как покрывало. Красиво. Едем на море в автобус с таким водителем. Нападение на водителя 5 суток лишения свободы. 5 лет. 5 лет? Там написано от 6 месяцев до 5 лет. А, я думаю, что это мало нападение на водителя. Красиво тоже пальмы. Вон почта. Вот это прямо, да? Вот, да. Там, где фонтан. Телефон, The Post, Telegram, телефон, да, вижу. Это какая, центральная или нет? Это не центральная, это район. А какая центральная? Центральное время. А это Рим? Нет, это не Рим. Это уже не Рим, а как называется? Это Остия называется. Район такой. Район Рима? Ну, Рим, конечно. Ну, значит, это Рим? Ну, не центр Рима. Ну так я не понял, что не центр. Точно. Сейчас выезжаем на море. Луго-Маре называется. Как? Луго-Маре. Луго-Маре это да. Название моря? Это не название моря, это ну как. Набережная или как? Как набережная. Ну тут такое себе, тут не очень. Тут пирсы, камни. И мы едем там подальше, в сторону Турбоян. А сколько вообще пляжей? Песок. Да. А сколько пляжей, Коля, вообще? Очень много пляжей. Вот сейчас снимай, будешь видеть, сколько пляжей. Тут есть платные, есть бесплатные пляжи. Вот видишь, тут как пирс получается. Тут с навесами, да, вот такие? Кафе, рестораны разные, там, бары. Вот видишь, вот эти белые раздевалки, море, это все платное. То есть ты можешь брать себе... Море. Какая, а какое это море? Это, получается, это ж... Ференция. Ференская, да? Какая Ференская, какое-то.
Теренская. Теренская. А где Средиземное? Оно омывает же там, где с Сардинии, да, вот это? Или там какое? Вот мы были на Корсике, что там за море? Там же не Средиземное, да? Вот что-то мне Каир напоминает вот это все. Мы ехали на пирамиды, помнишь? Вот с этой стороны. Тут дискотеки вечером. Как море, как обычное. Это раздевалочка. Видишь, ты покупаешь абонемент на день, тебе дают вот такую отдельную раздевалку, где ты можешь переодеться, где у тебя будет душ свой, видишь? А-а-а. Ты можешь покушать, сесть. Женщина сидит. Прикольно сделано. Бассейн есть. Там что-то же хочешь. Загорело, видишь? Загорело. Ага. Есть большой огромный порт, там где яхты, корабли. Ну тоже живут на таком солнцепеке вообще. Не очень хорошо жить, потому что очень сыро, особенно когда дожди. Пальмы аж, видишь, выгорели все. Видишь, дождя не было, но все сухое. Угу. Интересно, какая вода, температура? Я думаю, вода теплая, смотри, люди купаются. Ну а сколько там, 27-25? Потому что я люблю теплое, чтобы было море. В Турции не ощущалось. Когда я тебе звонил и спрашивал, ты говорил, что со мной уедет, что они нагрели воду. Да. Ну, хотя бы 24-25. 27 вообще отлично. Вот большинство людей не так купаются, как загорают. А туристы они, да, они купают. Нагорать вообще вредно. Ветерок есть, это хорошо, но с другой стороны плохо, потому что можно сгореть. Конечно. Сгоришь и все, и отдых испорчен. Оно быстро, соленая вода, ветер, солнце моментально облипнет все. Блин, ближе к морю сейчас будем ехать. Ой, какая красота. Море, ой. А людей прилично, смотри. Ага. Ой, как классно. Это русские. Да. А что русские? Потому что тут ближе, они вышли с метро и пошли. А-а-а. Мы едем далеко. Хорошие, да, такие, но тоже где-то что-то есть, подватанные немножко. Хотя говорит, что тут где-то в кустах стоят проститутки. Нет. Что, прям в кустах? А что, прям не... стоят после дороги на стульях сидят. А-а-а. Сейчас, если будет, я вам покажу. Стульях сидят. Кресло. А, раскладушки, лежит, как дежура, знаешь. Сидит одна, видел даже? Ой, справа одна сидела. А, о, развалилась. Вон, да, не, не. Ай, бог милый. Под зонтиком. Боже мой. Что, их берут и будут сидеть? Конечно, да. Под зонтиком сидела, бачи? А ну, везут, чем пустые тащи? Ну, и пустые тащи, где-то везут. Капец. Вон сидят. На пластиковых стульях, ну, это увидел. Я думаю, подумал бы, что они там сидят. Смотри, как красиво в туннеле таком едем, да? Ага. А на тут? Нема. Наверное, это рыбное место для них. Клиентура ласа. Это уже на туннеле сами люди сюда едут. А, вот, да, сидит, ногу задрала, да? Тенечки. Лоренцо, я тебя наберу позже. Тут один подкатил на Ламборгини. Надо сделать все по высшему разряду. Давай. Перезвони. И заканчивается Лидо ди Остия, и заканчивается Коммуна ди Рома. Тут уже Рим заканчивается. Ага, все.
кому это уже начинается провинция, видишь? Вот как бы одни мы под это увидели, да, узнали, куда ехать, куда что, да. Языка не знаешь, ничего не знаешь. Красиво. Вот тут снимай справа сейчас красоту. Так вот едешь, получается, тут первая, вторая цифра, шестая, седьмой пляж, вот мы на восьмую едем. Нет, их 12. Вот седьмая там, да. Или 10. Это седьмая, да. Говори водитель. Ой, тут машин так много. Сказали, что людей. Восьмая, Вика, цифра 8 на стене. Буд Бич. Велика Бич. А, Бэд Бич. Эдмов Буд Бич. Він каже Bad Beach. А, я Bad, а він Бут. О, тут машин много, так там. 12. 12. Це оливки ростуть, ні? А на остальних там. Оливкові дерев'я, смотрите. Ой, приїхали на море, ребята, как классно. Песок какой вообще. Вообще. Туалет? Ты туалет чешу? Это же мужка, ходи туда. Там что это такое? Да. Вот раздевалка. Так это же унитаз. Сейчас я пойду, если пропущу, подожди.